Неспроста. Здесь все завалено. А это что? Спирт! Самое полезное, что я когда-либо находил в этой игре. Вот теперь-то мы заживем. Запись идет. Хорошо. Точно идет. Раз, два, три. Всем привет, меня зовут Дмитрий, канал UFOPlay, и сегодня мы продолжаем A Plague Tale, сказку о чуме, так сказать. В прошлом видео мы убегали от злых горожан по городу, и нас спасла вот эта вот старушка. Теперь она предложила нам переодеться в сухую одежду, и посмотрим, что будет дальше. А вы подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, подключайте уведомления. Так, где здесь сундучок? Или что-нибудь такое? Что-то лежит. Ладан. Пахнет как дома. Мама часто им пользовалась. Угу. Значит, здесь будет еще и крафт, раз ингредиенты начали давать. А здесь у нас одежа. Уже неплохо. Ты как? Идем искать маму, Амисия. Не сейчас. Она велела нам найти Лаврентия. Но это глупо. Нас поймают. Хьюго, мы будем делать то, что она нам сказала. Хьюго, подожди. Мне что, теперь за тобой еще и бегать? Пару, вот и хорошо. Это внучков моих. Ой. Меня Клэрви зовут. Я Миссия, а это Хьюго. Скажи спасибо, Хьюго. Спасибо. Клэрви, что здесь творится? Это чума. Столько народу погубило. А сколько еще погибнет? Но где ваши родители? Дома. Они нас ждут. Мы ищем доктора. Лаврентия. Доктор? Кажется, к нам кто-то приходил. Он помогал больным. Может быть, монахи расскажут больше, но... Что? Их давно никто не видел. Сейчас к церкви никто и близко не подходит. Нам выбирать не приходится. Мы туда заглянем. Вы там умрете. Никто теперь не слушает старушку Клэрви. Ладно, я смотрю, у тебя есть проща. Она тебе пригодится. Но в таком виде толку от нее будет мало. Сходи на задний двор. Там есть пара обрезков новой кожи. А работать можешь в мастерской. В комнате рядом. Вы так добры к нам. Будем крафтить. Инструменты в мастерской. Это у нас мастерская. Инструменты есть. Теперь нужна кожа. А сейчас найдем кожу. Кожа. Теперь за работу. А еще что-нибудь полезное тут лежит? Не лежит. Жалко. Так, успокойся и соберись. Починить прощу. Ремонтирует прощу. Ла-ла-ла. Ладно, чиним. Так-то лучше.
Если я найду подходящий материал, ох, ё, сколько всего пооткрывалось. Надо искать материалы. Хорошо, теперь надо поблагодарить Клэрви. А, ну как? Теперь намного лучше. Спасибо, Клэрви. Спасибо за все. Здесь вы их упустили? Да. Ну, как по мне, они тут долго не протянут. Ты что делаешь? А ну, положи кладушку. Ты что? Не пали контору, мелкий. Я не дурак. Тихо, не ори. Дети, прекратите шуметь. Я хочу к маме. Замолчи, ты нас погубишь. Мама бы нас защитила. Все, хватит. Я хочу к маме. Мама погибла, Хьюго. Ты больше никогда ее не увидишь. И папу тоже. А миссия? Ты Телзос. Их убили в нашем доме, обоих, так что заткнись. Телзос, я тебя ненавижу. Прекратите. Хьюго, нет! Хьюго, не уходи, ты с ума сошел? Вот и с мелким поссорились, и что теперь делать? Хьюго, вернись! Камней-то у меня не так много, проще. Что он делает? Где они? Куда они провалились? О, нет! Он нас погубит! Хьюго, пожалуйста! Прости! Стой! Курочки. О, боже! О, нет! Хьюго! Я не должна была на тебя кричать. Пожалуйста, послушай. Нет, оставь меня! Прости меня! Эй, кошмар какой! Мелкого запалили! Нет, нет! Бежим спасать! Чудовище! Пустите его! Так вот вы где! Нет, подожди! На тебе по голове! Я не хотела! Амисия! Амисия! Хьюго! Я иду! А нечего было убегать от меня! Вернее, на моего брата нападать. Пусть он будет жив, Хьюго! Отпусти меня, отпусти! Кто там такой? Мы просто ждем твою сестру. Амисия! Тебе со мной не справиться, с тебя-то вот я и начну. Зачем вы сюда пришли? Пожалуйста, не заставляй меня! Старый знакомый, я говорил, что запихаю тебе эту друнь куда поглубже. Вот сейчас и сделаю. Ты пытаешься убить меня? Ай! Должен быть способ сбить с него эту броню. А, на спине. Упс. Что-то я мимо. Засиделся. На тебе, уволи! Рано или поздно. Ай! Давай, Конрад, покажи им, на что ты способен. Давай, еще чуть-чуть. И я этим и воспользуюсь. Не трогай, не трогай ее. Я покажу тебе, каково это. Потерять того. Ах ты, сопля! Тебе хватит одного. Тебе тоже. Мне не страшно умереть. Я и так потерял все, что у меня было. Ай! Не заставляй меня! Пожалуйста! Продолжай! Только смерть не остановит. Ее нежные объятия. Ай! Бежим! Патроны закончились! Последний остался. Тебе придется постараться. Я что, ваншотный? Вот это было обидно. С первого раза убил. А где хоть какое-нибудь ХП?
Там атаку пережить или еще чего? Что-то я засиделся. Аккуратно. Он засиделся. Рано или поздно. Давай, нападай. Я знаю, на что ты способна. И я этим и воспользуюсь. Не трогай, не трогай ее. Я покажу тебе, каково это. Потерять того, кого любишь. Максимальное количество камней. Ах ты, сопля. Тебе хватит одного. Мне не страшно умереть. Я и так потерял все, что у меня было. А мне страшно. Пожалуйста. Один из нас сейчас умрет. А потом довольна. Давай покончим с этим. На тебе, все. Закончился. Не будешь больше своим дрыном махать. Нехороший человек. Так тебе и надо. Ты убила его. А ты, мелкий, больше не убегай от меня. Это, как я понимаю, был у нас первый босс-файт. Неожиданно. Оказалось, у меня персонаж ваншотный. Смотри, Амичия. Я иду. Так, что тут где валяется хорошего? Может, мы здесь выберемся? Надо будет посмотреть. Вау. А зачем там свечи? Свечи для того, чтобы показать, что ты думаешь о ком-то. О, можно зажгу? Если хочешь, только не обожгись. Спасибо. Так. Для мамы и папы. Присмотри за ними. Меня только что какая-то букашка атаковала. Причем не в игре, а в реальном мире. Неожиданно. Забавно. И страшно. Такой. Это эхо. Эй! Хьюго! Здесь могут быть люди. О. Собираем ресурсы для крафта. Тут все завалено. Зачем они это сделали? Чтобы не дать кому-то зайти или выйти. Неспроста. Здесь все завалено. А это что? Спирт! Самое полезное, что я когда-либо находил в этой игре. Вот теперь-то мы заживем. В этой игре даже спирт есть. Надо залезть наверх. Надеюсь, лестница не сломается. Не сломается, Хьюго, поверь. Амисия, там кто-то есть. Дети, что вы тут делаете? Отец, нам нужна помощь. Уходите, нечего здесь делать. Тут очень опасно. Подождите, пожалуйста, это важно. Надо пойти поговорить с ним. Пойдем поговорим. Может, он знает, где найти Лаврентия? Давай спросим его об этом. О, они все сломали. Что здесь происходит? Может, тут делают кровати?
Я так не думаю. Скорее разбирают. Ткань. Ткань — это хорошо. Что еще тут можно к рукам прибрать? А это что, сера? Глядишь, на какое-нибудь улучшение хватит. Я знаю, сейчас этот запах. Сейчас я пол монастыря обнесу. Должно быть, монахи положили их в воду, чтобы очиститься. Матушка так делала. Еще ткань. А это что? Спирт, уже 4 пузыря спирта. Как много тут всякого полезного. Что у меня в инвентаре? Всякая хрень непонятная. Ни на что не хватает. Жалко. Цветы такие красивые. Селитра? Да что ты к этим цветам пристал? Это гвоздики. В моем гербаре такие же, но эти красивцы. Хьюго, идем дальше. Подожди, иди сюда. Что? Он тебя защитит, а еще он красивый. Оу, ладно. Можно идти. Спасибо, Хьюго. Пожалуйста. Гвоздика. Прикольно. Что-то еще лежит. Ткань, камень. Лучше бы она себе на голову шлем надела. Вернее, одела. Веревка. Может быть, хоть один удар бы начала переживать. А то это не дело, когда с первого удара выносят. За дверьми ничего? За дверьми ничего. И тут. Здорово, монах. Отец. Что скажешь? Опять ты? Я велел тебе уходить. Всего секунду, буквально. Ты не понимаешь. Уходи, пока можешь. Пожалуйста, нам нужна помощь. Помогите хотя бы ради него. Роберт Дерун, его герб. Мы его дети. Мы ищем Лаврентия. Он доктор. Вы его знаете? Да, да, я знаю его. И знаю, что он лечил вашу семью. Он говорил о вас. Я отец Томас. Ох, если вы здесь, это не к добру. Инквизиция пришла к нам и... Могу представить. Но то, что здесь происходит, гораздо хуже. Вы должны немедленно уходить. Не то вы умрете. Но, отец, деревенские хотели нас убить. Они рехнулись, они спятили. Так, Лаврентию, вам к Лаврентию. Но я не могу покинуть церковь. А выйти отсюда можно через крипту трех святых. Может, еще не поздно. Я расскажу вам, как добраться до фермы Лаврентия, но... Но дальше... Все в руках Господа нашего. Кажется, пока все спокойно. Идем. Ну что ж там неспокойного-то может быть? Очень важно оставаться на свету. Отец, почему на дверях в деревне кресты? Там правда чума? Все началось с укусов, ночных укусов. Потом болезнь распространилась.
Сначала по отдельным семьям, а потом по всем. Лихорадка усилилась. Люди стали умирать. И когда мы наконец поняли, откуда это взялось, было уже слишком поздно. А... поживиться есть чем? Откуда оно все взялось? Почти пришли. Вроде бы нету. Куда что-то мы так целенаправленно чапаем? Брат Морель должен быть там. Нас только двое осталось. Ох, сейчас что-то будет. Чувствую, чувствую. Неспроста это все. Брат Морель. Стойте здесь. И факел нам как раз дали. Брат Морель! Морель! Страшно? Что дело? Отец? Беги, дурак! Беги, говорю! Нет, нет, нет! Твою ж! Крысы! Мыши! Со всех щелей полезли! Отец, нет! Да скорее ты к нему беги! Все, съели отца! И что теперь делать? А, так они огня боятся. Не отходи от меня! Не пускай, они все съели! Но откуда они взялись? Почти на чисто обладали. Господи, спаси! Они повсюду! Свет! Они боятся света! И что, мне вниз в самую темноту идти, да? Это какой-то кошмар! Ну на улицу, Амисия! Я знаю! Не останавливайся! Это монах второй. Надо лезть наверх. Факел придется оставить. Нет, пожалуйста. Точно съели. Тут есть подставка. Без света мы не останемся. Ну что потом? Что-нибудь придумаем. Давай, я помогу. Ладно. Правильно, крысу мы его пихай. А нет, крыс тут нету. Ладно. Это не факел, это не факел. И что делать? Не понимаю, ай. Почему их тут так много. Огонь! Нам нужен огонь! Нажмите У рядом с источником огня. Предметы можно поджигать. Дерево быстро прогорит. Надо спешить. Пошли прочь, ты! Убирайте! Успокойся, Хьюго. Свет нас защитит. Ой. Есть свет, есть. Так вот что за чума. Хорошо. Крысы. Священник говорил, что можно выбраться через крипту. Дайте мне уже день какой-нибудь. Ух, небо. Значит, можно просто уйти? Крипта трех святых. Об этом пути говорил святой отец. Нужно искать другой путь. Ага, просто так уйти. Так нам и дали просто так уйти. Веточка. Нет, это кожа. Тоже полезно. Серый уже максимум. Факел взять можно? Факел взять нельзя. Туда пройти тоже нельзя. Ну так и подбираются. Лиз, давай. Да. Что там со временем? Фух, ладно. На этом месте с этими нашими пушистыми мохнатыми друзьями мы, пожалуй, завершим данное видео. Подписывайтесь на канал, комментируйте, критикуйте, предлагайте, нажимайте на колокольчик, подключайте уведомления. Всем пока. Так, ой.